Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Еще раз приветствую всех. Добрый вечер. Сегодня у нас вторая часть 9 главы послания к евреям. И мы с вами с 15 стиха зачитаем до конца, и я начну комментарий. Послание к евреям, 9 глава, с 15 стиха. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, привязанные к вечному наследию, получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моше, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и иссопом и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь Завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Машиах вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Машиах однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится для очищения греха, не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Амен. Очень логичное продолжение положенному основанию или той мысли, которая звучит как в начале главы, так и в начале всего смыслового отрывка, который начинается еще в 8 главе, и заранее там все говорится. Итак, давайте по порядку. Почему здесь говорится, что Машиах является ходатаем Нового Завета, а дальше написано, чтобы вследствие его смерти, которая была для искупления от преступлений, которые были сделаны в Первом Завете, мы могли быть призваны к вечному наследию и получили обетование. Ключевое слово здесь «ходатай», то есть «проситель». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что речь идет о Йом-Кипуре, да? И здесь удивительно идет как бы развертывание этой мысли. Что происходило в Йом-Кипур? Первосвященник входил в святая святых. Первое, он получал прощение за соделанные грехи за прошлый год. Они как бы списывались, они аннулировались. И получал благословение на будущий год. Автор послания говорит, когда Иешуа, как первосвященник по чину Мелхиседека, вошел в небо, он совершил очищение грехов как ходатай за весь тот период, который был от Синайского договора и до сегодняшнего дня, когда он вошел в святая святых на небесах. И теперь он является ходатаем как бы на будущий год, на будущий период времени. История человеческого рода, мы можем увидеть ее глобально вот в этом одном дне. Что характерно, что действительно, об этом мало информации, мало говорят. Вот о том событии, что произошло в день его воскресения. В прошлый раз мы говорили, 20 глава Евангелия от Иоанна. Да? Он входит в небо. Для многих непонятно, почему Марии нельзя было до него дотронуться, почему это. А Фоме потом, вечером уже, того же дня уже можно было. Да? Людям Фома через неделю только появился там.
И здесь мы видим тот же принцип. Автор послания к евреям говорит, посмотрите Йом-Кипур. Посмотрите, что происходило до этого. Почему Йом-Кипур имел силу? Потому что в тот день, когда Бог заключил Синайский договор с еврейским народом, Моисей взял и окропил скинию, жертвенник, святая святых и народ кровью, которую было смешано с пеплом там телицы, с водой, червленая нитка. В книге Исход все это можно прочитать, но в книге Исход не пишется, что он окропил книгу. А здесь у нас написано, что он окропил книгу. Кто-то может сказать, что это, ну как бы сказать, было добавлено. Я думаю, что это просто традиция передает нам, и автор послания, который пишется в первом веке, просто показывает, что было известно то, что было окроплено кровью все то, что имело отношение к договору. Вот в этом отрывке объясняется смысл заключения договоров, заветов. Я умышленно перефразирую, потому что часто бывает, когда мы говорим привычными штампами, знакомыми фразами, мы не слышим, мы как бы смысл теряем тогда. Итак, Иешуа является ходатаем Нового Завета, другими словами, он является просителем нового периода времени, который открывается для всех верующих людей. Меняется завет, меняется правило, меняется база или кровь, на которой был заключен завет. Что значит меняются правила? Это не значит, что отменяются предыдущие. Повышается уровень, повышается планка. Например, 5 глава Евангелия от Матфея. Иешуа говорит, вы помните, что сказано древним? Не блуди. А я вам говорю, что тот, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. В равной степени женщина на мужчину. Здесь, я не думаю, все понятно, да? Двусторонне идет. Это улица с двусторонним движением. А раньше что, этого не знали? Знали. Откуда мы знаем, что это знали? Кто подскажет мне? Похожее место. Что-то, Ира, ты ничего не говори. Где есть похожие вещи? Кто помнит? Правильно. Ирми, да, сказал? Аминь. Иов говорит, я заключил завет со своими глазами. И в иврите написано, чтобы не смотреть на девственниц. Да? Или бетулот. У нас написано на девицу. Да, нормально, хороший, качественный перевод. Иврит в данном случае Мехадед Иньян, он как бы делает его более точным. То есть, смотрите, еще до времени дарования Торы, Иов, мы знаем, современник Авраама, который просто жил на другой территории, но они жили примерно в одно и то же время. Уже говорит постулаты Нового Завета. Получается, что с временем жизни еврейского народа в заповедях, да, люди настолько как бы, ну не все, но те, кто хотели, углублялись так сильно, что забыли уже, что на поверхности находится, наверное. Заповедь на заповедь, правило на правило, помните? Там, да, 4 раза говорится. Так вот, планка повышается. Сразу я отвечу на вопрос, который, как правило, возникает у людей. Ну, а что теперь, как бы, глаза выколоть или там по улице не ходить, ну, не смотреть, да? Все сводится к намерению, к кавана, понимаете? В принципе, это обычная реакция любого нормального человека. Особенно замечать то, что выпадает из общего ряда, сильно выделяется, понимаете?
Буду говорить откровенно, что если просто вот люди идут по улице, и вдруг идет молодая женщина или девушка, там на высоких каблуках, в очень короткой юбке, все это яркого цвета, и все. Ты вольно-невольно, как бы раз, ты как бы это автоматически обращает человек на это внимание. Теперь, а где грех? Где момент греха? Когда человек начинает, как компьютер, виснуть на вот этой теме, понимаете? И ледомьен, он начинает воображать или как бы мечтать обо всем этом. Вот это уже будет считаться прелюбодеянием. Но если человек как бы раз и переключился, он умышленно как бы не смог, он умышленно себя отворачивает взгляд, так как Иов делал, так как любой другой человек может делать, то тогда все нормально. Иначе люди не могли бы создавать семьи. Понимаете? То есть Богом заложено в человека естественная, нормальная реакция на противоположный пол. Он как бы стремится быть в паре и так далее. Но есть определенные границы и дозволенные пределы вот в этом всем. Верующий человек не должен переходить дозволенные границы, дозволенные пределы. Теперь все те люди, которые или верующие, думают что о себе, что верующие, или как-то они там, да, а как же выбрать партнера, а вдруг там, особенно если люди уже имеют какой-то опыт жизни предыдущий, кто-то овдовел, у кого-то распался брак, еще там какие-то были причины. То есть, а как узнать? Очень просто. Характер, если тебе подходит, все у вас получится. Если характер не подходит, все, все остальное не поможет. Думаю, что в моем возрасте я уже могу давать подобного рода советы. У меня определенный опыт семейной жизни, больше 30 лет уже. Брак держится, когда характеры могут соединиться как лего. Понимаете? Вот тогда все будет работать. Все будет хорошо. И что интересно, взрослым людям не хватает мудрости элементарной вот для подобного рода вещей. Они просто делают ошибки, и все равно не получается. Хорошо, сегодня я семейную тему не собирался трогать, это небольшое отступление. Итак, 15 стих и 16, небольшой довесок такой, да, туда. Вот, очень сильно рекомендую поругаться 2-3 раза, вот, поссориться и посмотреть, как выходите вы из конфликта. Я имею в виду не женатых. Женатым уже не надо ругаться. Там это уже все. Лучше нет. А вот неженатые, создать конфликтную ситуацию и посмотреть, как партнер твой будущий, с которым ты собрался всю жизнь прожить, как он преодолевает конфликты. Послушайте, проблема в семьях не в конфликтах. Нету семьи, в которой нету конфликтов. Такой семьи не существовало и не существует, начиная от Адама и Евы. Послушайте внимательно. Все сводится к тому, способны люди преодолеть этот конфликт вдвоем или нет. Все остальное одинаково у всех. Может человек решить эту задачу, или он не знает, как ее решать? Вот в чем вопрос. Как решить эту задачу, это уравнение? Не знаю. Порвать тетрадку. Ручкой вот так, знаете, порвать. Это значит, вот так вот люди решают в семьях свои конфликты. Аж порвалась бумага. Ты сядь реши, не знаешь, пойди к учителю математики. Он тебе покажет, как решать пример. Этот выучил, следующий не знаешь. Опять иди спрашивай, а как здесь быть? Он тебе покажет. 2×2 – 4. Будешь знать, 2×2 – 4. Все. Вот так решается. Минус на минус дает плюс. Когда говорим про математику, все понятно. Как только приходим домой, надо чай заварить. Начинаются проблемы.
Я образно говорю сейчас, чай. Неважно что. Итак, Иешуа является ходатаем Нового Завета, то есть будущих благ наших. И все, что было до этого, Он прощает, Он списывает. Люди приходят к Богу, да, в разном возрасте. Я вам скажу, даже детям верующих родителей необходимо покаяние, необходимо понимание важности, ценностей, которые даны в Священном Писании. И задача родителей – показать детям примером своей жизни, будучи несовершенными людьми, хуже, чем те, которые вот другие, но способные преодолеть это в себе. И показать детям, смотрите, у нас получилось, мы смогли, а у вас еще лучше получится. Мы-то неверующие родились и выросли, пришли к Богу там в каком-то возрасте, а у вас старт другой, вы с новой высоты начинаете уже. Поэтому мы, когда приходим к Богу, вот это все, что было там, как бы, как будто Синайский договор, как будто прошлая вся жизнь, весь этот период. В этот Йом-Кипур все решилось для тебя. Но я не знал об этом. Ну и что? Оно уже решилось для тебя, независимо от времени. Я несколько раз рисовал вам, как работает жертва Иешуа Мессии. Она покрывает грехи всего человеческого рода. От Адама и Евы и до последнего человека, который будет жить на земле. И в этих жертвах выражалась вера людей до прихода самого Мессии. В то, что именно так все решится в их жизни. И там, где завещание, здесь вот конец стиха, от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Вот это то, что я сейчас объясняю. Там, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. То есть, Иешуа перед смертью завещал ученикам какие-то вещи, которые изложены в Новом Завете. Для того, чтобы завещание вступило в силу, должен умереть тот, кто его написал, тот, кто пишет. Теперь, вся сила и парадокс этого явления заключается в том, что когда Иешуа умирает, вступает в силу завещания, как бы наступает отчет времени, от Песаха до Шавота, и на Шавот сходит Святой Дух, обещанный, на землю. Поэтому Иешуа говорит, мне лучше было бы уйти, а не с вами оставаться. И здесь есть две причины, почему лучше было бы ему уйти. Во-первых, приходит Святой Дух, который одновременно находится везде с любым человеком. Иешуа мог находиться только в одном месте, где-то. Будучи физически в теле, он был ограничен. Второй момент. Дух Святой теперь начинает действовать через людей. Поэтому Иешуа говорит, вы сделаете больше дела, чем я. Я уже говорил, это не значит, что «А, мы теперь больше». Он ходил по воде, я теперь по воздуху летать буду. Он накормил 5000, я накормлю весь город хлебом. Причем раз в неделю буду это делать. Только надо, чтобы приходили, я буду преломлять и благословлять. Не об этом речь. Речь идет о том, что Он распространил благую весть о Царстве Небесном в Израиле. Среди учеников он был ограничен обетованиями и условиями. Он должен был быть только внутри этого народа. Но идея была в том, чтобы это вышло все за пределы одного этноса и распространилось по всему лицу земли. Поэтому в этом смысле апостолы и их ученики сделали больше, потому что распространили во все народы Евангелие с помощью Святого Духа, который Он дал. Поэтому завещание, 17 стих, действительно
после умерших, оно не имеет силы, пока завещатель жив. И поэтому он должен был умереть. Конечно, представьте, люди ходили вместе с Иешуа, ну, как бы, хочется, чтобы продлился этот период, правда? Не хочется расставаться. Даже мы, находясь в хорошей компании, когда есть качественное общение и время, нам хочется продлить это время. Но оно проходит, и все, наступает расставание. То же самое было с учениками. Сила заключается в том, что Он воскрес. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что полное Евангелие, оно заключается в том, чтобы говорить о том, что Мессия воскрес из мертвых. Поэтому Первый Завет был утвержден не без крови, 18 стих. Моисей, все произведя, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов. Обратите внимание, снова мы видим кровь тельцов и козлов. То есть все время автор как бы нас в Йом-Кипур направляет. Почему? Когда все было сделано, вот вся скиния, все предметы богослужения, исход, вы можете почитать, это 24 глава. Нужно было теперь, чтобы это заработало, включить нужно было. Понимаете? Как это происходит? Заключается завет или договор и окропляется кровью. Скиния, ковчег завета и народ. Кровь как бы соединяет вот то, что потом в будущем будет работать для народа. Можно было бы, ну, просто вот, да, что-то сделали и не окропили кровью. То есть ликрот брит, буквально рассечь завет. Завет, в иврите вот слово, да, ликрот, это в русском языке заключить, а на иврите рассечь. Потому что животное рассекалось, оно расчленялось. Мы помним, как Авраам это сделал, на две половины рассек животных, да? То есть одна половина народ, вторая половина Бог. Вот на крови этой заключили договор. Знаете, часто люди тоже могут спрашивать, а почему на крови, а что нельзя было солью посыпать там или песком, да, или еще как-то? Я не думаю, что мы можем где-то найти ответ более-менее вразумительный, но мне кажется, виноваты в этом первый грех человека, вот Каин и Авель, пролита была кровь. Не украл он ничего там, да, не это. А убил. Вот убийство, сразу вдруг такая, да, проблема серьезная. Возможно, есть другая причина, но была пролита кровь, и Бог, помните, говорит в 4 главе Бытие, кровь брата твоего Авеля, она вопиет ко мне. То есть, оказывается, в духовном мире кровь может кричать, ее слышно. А мы не слышим этого голоса, но Бог его слышит. Причем каждая пролитая кровь невинна, она вопиет к Богу. И поэтому именно на крови Бог заключает договор с людьми. Люди первые запустили эту процедуру, как бы, да, пролития крови. Бог теперь хочет все исправить. И теперь невинные животные должны становиться жертвами из-за человеческого греха, которые должны покрыть вот то, что происходит с животными, это должно было происходить с людьми. То, что произошло с Мессией, должно было произойти с нами. И поэтому Моисей, все совершив и сделав, берет кровь тельцов и козлов. Это именно та кровь, которая впоследствии будет вноситься в святилище и совершать очищение грехов. И именно кровью этих животных, а не каких-то других. Он окропляет скинию, жертвенник, все предметы. Здесь написано книгу, то есть Тору. И народ.
Мы все знаем это выражение, да, связанные кровью или повязанные кровью. Вот что-то подобное происходит только в обратную сторону. Здесь кровь нас не связывает к смерти, как у преступников, да? Здесь кровь, пролитая за нас, наоборот, она включает договор человека с Богом, позволяя работать этим правилам в нашей жизни, показывая, что есть выход даже из самого тяжелого положения. Есть выход. 21 стих также окропил кровью скинию, все сосуды. И вот 22 стих. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Почему написано «очищается кровью»? Когда-то по этому стиху была приличная такая статья, довольно большая статья в журнале «Ле Мехапсим», это журнал выпускается организацией «Яд Ле Ахим». И, как я когда-то говорил, вот статья была очень хорошо написана, качественно, глубоко. Было ощущение, что не к чему придраться, как бы, и аргументация настолько мощная. Речь заключалась в том, что вот вы, те, кто верите в Новый Завет, говорите, что все очищается кровью, и приводится цитата из послания к евреям 9:22. А потом они говорят, да, ну посмотрите в Писании, псалмы, весь Танах. Он говорит о том, что нужно делать цдака, нужно творить правду и суд, нужно молиться, нужно петь. И это засчитывает Бог как жертву. Эти все стихи есть в Танахе. И они говорят, что Новый Завет обманывает на самом деле людей. Они так говорят, что он обманывает людей, что очищается кровью. Сегодня храма нет, жертвенника нет, но в синагогах молятся, поют и делают цдака. И это очищает людей. Оно как бы работает. Да, конечно, работает. И будет работать. В чем была проблема самой этой статьи? Это была подмена понятий. Там не было сказано о заветах. Посмотрите контекст. Здесь говорится о завете, заключенном на крови. А потом говорится, что все почти по закону очищается кровью. Так, речь же тут идет, во-первых, о той скинии земной, которую сделал Моисей, правильно или нет? Теперь, если бы вот эта кровь, которую приносят, не совершала очищения, не было бы тогда в самом договоре никакой силы. Кровь, на которой заключен завет, она лежит в основании всего. После этого, даже если не приносятся жертвы, все равно продолжает все работать. Вот в чем идея 22 стиха. Когда Моисей окропил, он же каждый год окроплял, кстати, скинию, вот кровью, мы говорили в прошлый раз об этом, да, завесу, ковчег завета, очистилище. Почему это работало? Потому что, когда завет заключен на крови, даже если сейчас жертва не приносится по какой-то причине, работает сам договор, потому что тогда его заключили на крови. И поэтому написано, все, почти по закону, это значит, что не все, но почти все, очищается кровью. Если нет возможности приносить жертвы, как сегодня, храма нет, мы же тоже приносим жертву хвалы, жертву молитвы, жертву братского общения, правильно или нет? Мы приносим жертву времени своего, финансы, еще что-то. Почему это работает в нашей жизни? Потому что завет был заключен тогда на крови. Поэтому сегодня даже без пролития крови продолжает все работать. Вот где ответ на их вопрос. Первый завет и второй завет оба были заключены на крови.
Давайте вспомним период времени Вавилонского пленения, например. Да? 586 год плюс 70 лет. Там по 400 где-то 44 это было. До нашей эры. Жертвенник не функционировал. Евреи тоже молились. И все работало. Во время Хасмонеев то же самое. Это период Хануки. Ханукальные события. Да? Маккабим 165-163 год до нашей эры. То же самое. 722 год до нашей эры. Ассирийское нашествие, переселение людей. Храм не работает. Не приносится, нарушен как бы этот порядок. Но евреи продолжают молиться, и Бог слышит, Бог отвечает на эти молитвы, потому что завет тогда был заключен на крови. Речь не идет о том, что в Новом Завете, кстати, тут написано, теперь не нужно каждый день приносить жертвы, как тогда. И каждый год даже не нужно. Достаточно одной вот этой жертвы. 23 стих. Итак, образы небесные должны были очищаться этими жертвами. Что такое образы небесные? Имеется в виду земное устройство. Земная скиния и земные предметы. Они являются образом, проекцией небесного. Есть предмет и есть тень от него. Все, что на земле, это тень. Вот об этом пишет 23 стих. А небесное, оно должно очищаться было лучшими жертвами. И поэтому Иешуа вошел в небеса не с кровью козлов и тельцов, как написано в 11 стихе и 12. 12 стих это. А со своей собственной кровью. И 24 стих говорит, Машех вошел в нерукотворное святилище, по образу истинного устроенное. Но он в самое небо вошел, чтобы за нас предстать пред лицо Божье. То есть это первосвященник. Он за нас туда пошел. И вернулся оттуда живым. И на его крови был заключен новый договор. Условия. Они как бы расширились немножко. Для неевреев упростилась процедура соединения с еврейским народом. Мы это уже проходили в послании к Ефесянам, в Римлянах. Им нужно привиться. Люди, понимаете, сегодня христиане думают, что они прививаются к Богу. К Богу не может человек привиться никак. Им нужно привиться к еврейскому народу, у которого с Богом история общения длиннее на 1500 лет. Вот и все. Мы скоро будем уже говорить книгу Откровения, страшно подумать. Но мы поговорим и пророчество Иезекииля будем рассматривать. Возобновится все, будет работать. Снова жертвы будут приноситься в Иерусалимском храме. Хотя многие этого не хотят. Почему? Это противоречит их теологии. Но Писание не может обманывать. Мне приходилось слышать такого, так я понять не могу, зачем это. Я говорю, слушай, если ты этого не понимаешь, это не значит, что этого не будет. Мало ли, что человек не понимает, ты или кто-то другой. Ты что, теперь вынуть это из Писания? Ты не понял, мы это уберем. Ты это не понял, то уберем. А мне не нравится послание Иакова. Убрали. Да? Если мы так будем двигаться, обложка одна останется. Но найдутся те, которым обложка тоже не понравится, я вам точно говорю. В самом конце, в книге Откровения написано, нельзя отсюда даже одно слово вынуть, убрать. И кто это будет делать, Бог на того наложит язвы. Понимаем, не понимаем, вот так оно. Более того, все, что мы не понимаем, мы должны буквально толковать. То есть метод Пардес, напомню вам, да, вскрытие текстов. И первый уровень – это пшат, буквальное понимание текста. Слушай, ну там такое написано, научная фантастика. Она, во-первых, не научная, наука до этого еще не дошла.
Но кажется, как фантастика, я согласен. Ну что? А где наша вера? Не знаю, мне хочется, чтобы все, что пишется здесь, работало, исполнялось. И поэтому он туда вошел не для того, чтобы многократно приносить себя. Очень идет простое объяснение, как первосвященник входит в святилище с чужой кровью, то есть бык и козел. Он один раз к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Теперь, здесь речь не идет об общем спасении, то есть, ну, Мессия уничтожил же грехи, теперь живи как хочешь, грех же все равно уничтоженный. Да? Кто-то так может думать о 26 стихе. На самом деле, это работает только для тех, кто в это поверил раз и подтверждает это своей жизнью два. То есть, если ты поверил, то твоя жизнь должна соответствовать критериям Бога. Тогда ты будешь верующий. Сказать, что я верующий, любой может. Кстати, так и делают люди. Но я уже приводил вам примеры. Человек может одеться в форму военного и сказать, я полковник. Ну, хорошо. Документы покажи. Ну, на базаре купил, там, заполнил, показал. Но если взять его и сказать, пойдем посмотрим часть, расположение, солдаты. Тут уже все. То есть, да, человек может представиться верующим. Это еще не значит, что он верующий. В Писании написано все проверять. А как же? Иначе балаган будет. Для того, чтобы действительно быть верующим, для этого нужно минимальные требования, описанные здесь, выполнять, взяв на себя определенные обязательства. Вот у нас сейчас три человека готовятся вступить в завет с Богом через Твилу, да? Люди будут давать Богу обещание доброй совести. Они берут на себя ответственность. Теперь, если что-то не так к ним, теперь нужно будет применять какие-то дисциплинарные меры. Это мы все знаем, так или нет? То есть, пока ты не в завете с Богом, пришел, ушел, можешь ходить хоть 50 лет сюда, слушать проповеди, все нормально. Ты человек, ты не в завете с Богом. На тебя пока не брызнули отсюда, как здесь написано. Но как только на тебя побрызгают кровью вот этой, все, с этого момента ты взял ответственность на себя. Поэтому работает эта жертва только для тех людей, которые поверили в это. Для них грехи отменены. Как это работает? Нам, знаете, очень сложно говорить об этих вещах на самом деле. Людям кажется, что это невероятно. Я, предположим, жил там, до 30 с небольшим лет, как неверующий человек. Так? Когда я пришел к Богу и покаялся, Бог простил мне или нет? Все то, что я там сделал. Но я, когда пришел к Богу, я еще на первых порах, как бы по инерции, многие вещи делал неправильно. Не хочу вдаваться в подробности, но как бы были какие-то рецидивы. Но это тоже все простилось. Это тоже все списалось. Как бы я же еще не родился на землю, когда его кровь уже пролилась. Фактически она пролилась за меня авансом. И вот об этом говорится. За любого человека. Любой человек потенциально может стать верующим и спасенным. Любой. Но не все это делают. Вот в чем проблема. И эта кровь работает только для тех, которые согласились на эти условия. Это конец 26 стиха. А так было бы, да, хорошо. Живешь как хочешь. А если еще говоришь, я верующий,
Писание, кстати, говорит, если ты живешь как неверующий, ты не имеешь права говорить о себе, что ты верующий. Заповедь. Третья заповедь. Лё тисай чем адунай логейха лешав. Не носи просто так на себе имя Бога. У нас не произноси имени Господа в суе. Смысл этой заповеди, он другой. Имеется в виду, ты не можешь называться верующим просто так, потому что за компанию как бы с другими. А в Новом Завете, в 7 главе Евангелия от Матфея, 21-22 стих, Иешуа говорит, многие придут ко мне и скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, знамения творили, бесов изгоняли. А он им скажет, отойдите от меня, проклятые, я вас вообще не знаю, кто вы такие. Как это? Ну вот так. Я с вами дела никогда не имел. Вот что может оказаться. Поэтому ответственность на самом деле довольно высокая ложится на тех, кто называет себя верующими людьми. И я абсолютно убежден в том, что задача любого проповедника – говорить об этом людям, чтобы у людей не формировалось ложное представление о Боге и о себе, и об их отношениях с Ним. Речь не идет о том, что мы сможем полностью все исполнить. Мы не можем. Но стараться мы можем на 100%. Даже стараясь, мы все равно сделаем ошибки. Вы возьмите, дайте людям чертежи, вот что бы ни строилось, опытными инженерами, все равно ошибки происходят во время производственного процесса. Так у людей опыт какой? Я хорошо помню, когда я был еще молодым, работал в Киеве на производственном объединении Королева, там был такой участок нестандартных металлоконструкций. Мы получали чертеж, и там все, что нужно из железа, делали для завода. Все. От мелочей до сложных вещей. Переделки станков, там, кран-балки, все что угодно. А я помню, как один опытный старый слесарь мне говорил, ты делай все по чертежу, плохо само получится. Были люди, которые, а тут там чуть-чуть, там ерунда, там, знаете, тут полмиллиметра, там 3 миллиметра. Вот он всегда говорил, ты делай по чертежу, плохо само получится. Когда человек изначально допускает себе какие-то отклонения, еще больше не получается все. Труднее исправить потом. Так я говорю, это железо, это просто, ну, оно сгниет все. Это переделать можно. Отрезал, выкинул, новое построил. А жизнь назад не отмотаешь, как кассету. Сейчас кассет уже нету. Сейчас уже дети не знают, что такое бобина и что такое. Что такое кассета, ты знаешь? Ну вот не знают, видите? А компакт-диск, флешка? Знают, конечно, видите? Информационные носители поменялись. Мы на таких бобинах, на катушках все писали. Вот. Не отмотаешь назад. Поэтому 27 стих говорит, и так как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Машиах один раз умер и воскрес. Очень хороший стих, очень мощный стих, 9.27. Человеку положено один раз умереть. Были исключения. Те, кто умерли дважды. Таких людей немного. Кто эти люди? Хотя, возможно, их гораздо больше, просто о некоторых только написано в Писании. Это те, кто воскресли из мертвых. Лазарь, например. Его же убить хотели. Значит, можно, он умер еще раз потом. И пускай вас не смущают эти вещи. Почему? Любое правило подтверждается исключениями. То есть, если есть исключения, они только лишь усиливают это правило. Это, ну, я вам просто сказал на тот случай, если кто-то вам скажет, ну, а как же положено один раз умереть, а вот те, кто воскресли, они же 2 раза умрут. Уже один раз умер, его обратно вернули. Вот.
Для кого-то это бонус, для кого-то это много есть свидетельств на самом деле. Вот. Я думаю, что наряду с этим есть много и спекуляций. Но я уже объяснял, Лазарь был воскрешен именно на четвертый день, не так, как все другие случаи, даже те, которые описаны в Новом Завете. Почему? По иудейской традиции считается, что душа летает вокруг тела в течение 3 суток, хочет вернуться туда. Сегодня наука, кто-то это может называть летаргическим сном, кто-то еще как-то. И сегодня даже я знаю, что более 500 параметров, по которым определяется смерть. Считается, что уже мертвый человек. Раньше было не так. Но в иудейской традиции считалось 3 дня. Когда Иешуа пришел к могиле Лазаря, ему сказали: «Господи, уже смердит, уже воняет, труп уже разлагается». Именно поэтому он пришел на 4-й день. Прошли все сроки, по которым ему могли бы сказать: «Не, ну это как бы еще и не считается». Потому что он говорил о себе, что он начальник жизни, он дает жизнь людям. Все, что вот касалось этих вещей, получило подтверждение. В наше современное время я несколько свидетельств слышал, серьезных очень, когда люди оживали в морге уже, то есть на 3-е сутки, там кто-то на 5-е. Так это холодильник, там температура, ну, чтобы труп не испортился, понимаете? Туда живого положи, он умрет от холода просто. Ну, происходят такие вещи. Я верю, что Бог всемогущий. Это хорошо. Нам всем предстоит однажды умереть. Кстати, это дает очень серьезную, как бы, вопрос по поводу первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 17 стих, там отрывок идет. Когда Господь явится с неба, и прежде мертвые в Машехе воскреснут, а там потом написано: мы, оставшиеся в живых, вмиг изменимся и будем вознесены с Ним на небесах в соединение. Так вот, это мое мнение, я так думаю на сегодняшний день. Те, кто вмиг изменятся, всегда как бы нам говорили и считалось, что имеется в виду, они не умрут. Но здесь написано: всем положено умереть, а потом суд. Я думаю, они просто умрут и сразу воскреснут. Дело в том, что для человека, который умирает, неважно, это 2 секунды, полсекунды или 150 лет, или 1000 лет. Для тебя это как цепь непрерывных событий будет. Понятно, да? Когда-то мы об этом тоже говорили, я объяснял. Это как если ты пишешь письмо, а потом через 20 лет только имеешь возможность его продолжить. И ты с этого же места начинаешь писать дальше. Те, кто через 100 лет прочтут это письмо, они не почувствуют этот разрыв 20-летний. Для них это будет один текст, одно письмо. Вот примерно так выглядит смерть и воскресение. Хотя тема колоссально сложная, неизведанная, непонятная. И есть много вариантов рассматривать, что означает это и как это будет. Хочу вам сказать, я не знаю, как это будет, поживем, увидим. Главное – воскреснуть. Особенно первым воскресеньем, а не вторым. Но вот смотрите, точно так, как людям положено один раз умереть, потом суд. Также точно Машиах один раз принес себя в жертву, чтобы подъять, то есть взять на себя грехи многих, и во второй раз он явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Он установит свою власть на земле. И начнется период 1000-летнего царства правления Бога через Мессию, через своего помазанника из Иерусалима на планете Земля. Антисемитам трудно придется. Главный будет Машиах, еврей по плоти, из Иерусалима править. Так что лучше им каяться сегодня. Хорошо, на этом все.
Текст мы рассмотрели. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. У меня вопрос по поводу завета на крови. По поводу завета на крови. Может ли быть, ну, почему завет на крови именно, что в крови находится душа? Спасибо, очень хороший вопрос. Да, именно поэтому. Именно поэтому книга Левит 17.11. Спасибо. Приятно иметь дело. Мне нравится, вот когда такая помощь от братьев. Спасибо. Левит 17.11. Потому что душа в крови. Слово «душа» имеется в виду жизнь в крови. Кровь – это такая субстанция, которая полностью заполняет все тело. Кости, кроме ногтей и волос, но по некоторым данным она и туда переносит полезные вещества. Через корни волос доносит туда. Но как бы обрезать не больно. Поэтому в них души нет. Это мое понимание. Все остальное, душа, это она полностью конгруентна телу. Кто не знает, что такое конгруентно? Поднимите руку. Окей. Одинаковые, да. Похоже на человека? Это человек. Такое тело у него. А это его душа. Они являются конгруентными фигурами. Повторяет полностью весь объем и рисунок. Вот так. Окей? Okay? Есть конгруентные фигуры в математике, геометрия это. Понятие рассматривается. Душа полностью заполняет все. Поэтому никто не знает, где она. В пятках. И как она в пятки уходит, никто не знает. Ну, такое выражение, да? Сердце упало. Вы слышали, да, такое выражение? Это все реакция души, нашего внутреннего человека, которая, как отдача, работает в тело наше. Поэтому сердце замирает. Ну, там еще много всего выделяется, гормональная система, адреналин, там, эфедрин и все такое. Так вот, поскольку душа находится в крови, и если кровь вытекла, то и жизнь вытекла из человека. Правильно? Именно по этой причине кровь является основанием для завета, чтобы спасались души людей. Очень хороший вопрос. Спасибо, Таня. Глубокий вопрос. Чтобы можно было спасти душу, поэтому кровь приносят в жертву. И поэтому кричала кровь, да. Человек не слышит, а Бог слышит. Да. Я вам скажу больше. У нас, кстати, на сайте есть статья вот эта, да, «Душа в крови». Есть же, Таня? Да, я ее давно писал, эту статью, для одного журнала тут в Израиле, лет 12, наверное, назад. И я там, в пример, приводил тестя своего, он уже ныне покойный, он с Господом, но у него был сахарный диабет, и ему ампутировали ногу. И когда ему ногу уже отрезали, он жил без ноги, у него нога чесалась, потом она немела, как подвешенная, говорит, вот неудобно ему. Ноги нет, а у него пальцы ноют на ноге, а у него нету выше колена уже. Понимаете, да? Почему? Потому что даже если тело отсечено, душа остается. Я так верю, я так вижу это. В медицине это называется фантомные боли. Когда отсутствует конечность, но человек ее чувствует. Она у него болит, или чешется, или неудобно ему спать, залежал он ее, когда спал. А конечность отсутствует. Почему? Ну, потому что душа целостна, от нее нельзя ничего отрезать. Хотя недавно я проповедовал на тему «Собирая осколки души». Да. Но там речь идет о других категориях. Поэтому в Царстве Небесном все люди, которые туда войдут, инвалиды, калеки,
те, кто потеряли части тела, кто-то родился с недостатком таким, есть люди, рождаются, да, полностью они будут полноценными в Царстве Небесном, без всякого недостатка. Поэтому, да, душа в крови, и именно кровь приносится душа за душу. Кстати, у Иова тоже там эта фраза есть, да? Кожа за кожу, а за душу свою, за жизнь, то есть свою, человек все отдаст. Бог говорит, иди, только душу его не трогай. Помните? Почитайте. Мощнейшие места. И сатан идет, дьявол, и он просто разрушает всю его жизнь, всю его надежду. Дети гибнут. 10 детей в один день. Стада, богатство. Он становится нищий и еще больной проказой такой лютой, что черви у него в теле, он черепица этой чешется, он спать не может. И продолжает все равно быть верующим, славит Бога. И говорит, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Это колоссальная просто вера, колоссальный дух, колоссальное упование на Бога. Без священных писаний еще. Представьте себе. Это просто это невероятная высота. Но такие люди были. И потом он полностью был исцелен, восстановлен. Еще 10 детей родил. Еще после этого прожил, поправьте меня, 140 лет. Ну, я, можем открыть, посмотреть. Ну, много, долго прожил. Долго жило. В то время еще люди жили долго. Хорошо.